Российский актер Алексей Панин объяснил свою недавнюю фразу о ненависти к грязной России. Об этом он написал в Инстаграме. До этого Панин написал, что ненавидит страну, потому что она грязная, уголовная и гомофобная. А актер пояснил, что в русском языке слово «ненавижу» имеет целый ряд значений и даже означает понятие «отвращение». Реклама, когда я писал свой пост о России, я вкладывал в свои слова именно это. Да, я испытываю отвращение к грязи на улицах. Но это же правда, подчеркнул Панин. Также он добавил, что ненавидит людей, которые призывают уничтожать представителей сексуальных меньшинств. Я всегда говорил о толерантности и призывал людей быть добрыми, а меня пытаются обвинить в разжигании ненависти и вражды, добавил Панин. Ранее сообщалось, что Панин вызвался представлять Россию на Евровидении.